Добрый день, с вами канал Малорама. В чем секрет популярного сериала «Зимородок»? Интервью главных актеров сериала. Звезды сериала «Зимородок» Афра Сарачоглу и Мерт Рамазан Демир поделились своими секретами. На полюбившаяся экранная пара очень популярного сериала «Зимородок» в исполнении Афры Сарачоглу и Мерта Рамазана Демира раскрыли секрет успеха сериала, который каждую пятницу транслируется на Star TV. Канал Star TV, который взорвал сезон рейтингами сериала «Зимородок», обязан своим большим успехом, сильной энергией двух молодых актеров и тому факту, что история глубоко затронула самих зрителей. Сильная гармония Афры Сарачоглу и Мерта Рамазана Демира и поток любви к двум молодым актерам сделали сериал особенным. Игра Афры Сарачоглу и тот факт, что эта история представляет собой ситуацию, с которой сталкиваются многие молодые женщины в современной Турции, очень повлияли на успех сериала «Зимородок» за столь короткое время. Сама актриса Афра Сарачоглу заявила, что она давно знакома с ее партнером Мертом Рамазаном Демиром, и они являются близкими друзьями. Она также сказала, что секрет успеха сериала в том, что их давняя дружба отразилась в сценах и внесла большой вклад в развитие сюжета. Афра Сарачоглу также дала еще одну важную информацию о сериале, что наши милые придирки на съемках тоже своего рода импровизация. И людям это нравится. Кажется, присутствие в сериале двух молодых актеров, которые ранее вместе снимали в сериале «Учитель», оказало положительное влияние на успехи сериала. Мерт Рамазан Демир сказал, что они очень хорошие друзья, поэтому понимают друг друга по выражению лица. Вот почему сцены получаются такими хорошими. Оба молодые актеры поблагодарили зрителей за просмотр и высокий рейтинг сериала. А на этом у нас все. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч!